красивом, но малоизвестном районе Советском находимся. Это место мало кто знает. Хотя здесь есть мемориал павшим воинам, православный храм. Люди тут редко ходят. Это место такое нелюдное. Здесь стоит памятник 35-му Брянскому пехотному полку. Также тут с якорем, видимо, связан какой-то мемориал тоже морякам. Колокольчики есть. Крест интересный в виде корабля, видите? Чуть дальше летчиков, безымянным летчицам. Все отреставрировано довольно хорошо. Это все недавно было отреставрировано, раньше было плачевное состояние. Травой было заросшее, сейчас все хорошо сделали. У стен Петропавловского монастыря погибли две безымянные летчицы. Мир праху вашим и душам вашим. И пропели здесь. А дальше еще памятник таксистам. Все так рядом находится. Видите, башня танка. За родину. Башня пробита от ударов снаряда. А вот это, видимо, и есть Петропавловский монастырь. Малоизвестный храм нашего Брянска. Улица тихая, мало кто бывает здесь. А так красиво здесь все очень. А здесь кладбище находится. За веру Отечества, на вечную память убиенным. Очень красивое место. Такое красивое место есть у нас в самом центре города Брянска, но о нем мало кто знает. Потому что улица такая малопроходная, красивая. Ну, очень красивое место, как бихты какие красивые. Да и парки там, скорее всего, патриархи служат. Там никто не живет, не, она не жила. Там просто служба идет из патриархи.